Всем привет, у нас в продаже появляется Lada Largus Cross 2019 года выпуска с объемом двигателя 1,6 литров, который выдает 106 лошадиных сил. Задний рассеянец в отличном состоянии, без каких-либо пятен, потертостей и дыр. Передний рассеянец также в отличном состоянии, без каких-либо пятен, потертостей и дыр. Давайте пройдемся по комплектации данного автомобиля. У нас присутствует хорошая штатная мультимедиа, передние и задние стеклоподъемники, кондиционер, подстаканники, прикуриватель и электрорегулировка зеркал. Если вам понравился данный автомобиль, все контактные данные можно найти в объявлении. Приобрести автомобиль можно за наличный расчет по системе Трейден либо в автокредит. Автомобиль находится в автосалоне столицы. Всех ждем.